Наследие Кайна. Кровавое знамение. С вами, доценты, мы начинаем. Неоднократно меня просили пройти данную серию видеоигр, и про тех, кто просил, могу сказать одно. У вас есть вкус, определенно, чертовски классный вкус. А что касается меня, то я могу сказать, что с этой серией знаком не понаслышке. И могу сказать про эту серию видеоигр лишь одно. Это, наверное, самое лучшее произведение вообще в игровой индустрии, да и не только, собственно, которое существует вот за все время существования, собственно. И, может быть, даже не только игровой индустрии, но и киноиндустрии и так далее. Потому что те персонажи, сюжет, история, события, которые здесь имеются, здесь все сделано на таком высшем уровне. И что игра, собственно, уверенно держит планку эту феноменальную и по сей день. Хотя уже прошло просто лет 20-30, но... Знаете ли, это что-то с чем-то. В игровой индустрии лично мое предпочтение, это, по-моему, вообще номер один просто. На вампирскую тематику, что вообще существует. Вот как-то так. И начинаем мы с самой первой части. Собственно, Кровавое знамение. Там же, как я и сказал, серия игр. И здесь у нас будет история, собственно, про Кайна. Игра в 2D. И для меня это, скорее всего, будет, в принципе, как что-то своего рода воспоминание, поскольку я играл в эту серию, но это было очень давно просто. Времени прошло, конечно, но тем не менее, будем вспоминать. А знаете ли, я могу сказать одно. То, что я некоторых моментов и даже много чего не помню, это тот случай, когда я этому чертовски рад. Как многие говорят, как бы хотелось бы забыть, стереть себе память, чтобы заново посмотреть фильм, прочитать произведение, поиграть в видеоигру. Знаете ли, сейчас тот самый случай. Так что усаживаемся поудобнее, погнали. Русифицированная версия. Это не может не радовать. Ну и начнем, собственно. Есть магическое деяние величайшей важности. Инициация новой эры. Когда станет необходимо изречь слово, вся планета должна будет омыться кровью. Зовите псов, пусть попируют на ваших трупах. За свой проступок перед кругом, Малик Сарафанский, отныне ты проклят. Плотские наслаждения более недоступны тебе. Отныне у тебя лишь одно предназначение. Проклятый воин, ты послужишь нам вечность. Thank you.
Таверна закрывается. Лучше иди своей дорогой, незнакомец. Что? И мне кружечки Эля усталому путнику из далекого Курхейвена? Я щедро тебя награжу, я ведь благородных кровей. В такой темень закрыто для всех. Ночью приходит такое, что ни один здравый человек не приветит. И я ушел с холодом в сердце и душе, изгнанный на дорогу и в долгую, горькую ночь. Ну вот, собственно, мы и начинаем. Приближать можем, то есть все вроде как хорошо, стабильно работает. Можем атаковать, то есть вот первая игра была вот такая. Но, как я неоднократно говорю во многих видеоиграх, меня волнует в первую очередь содержимое в играх. Геймплею я не особо такое внимание уделяю на самом деле. Конечно, он важное значение имеет, поскольку это игра, но если в игре ставка делается на сюжет истории, то значит смотрим сюжет историю. Хотя я лично ничего не вижу такого отталкивающего. Так что погнали. Не могу как-нибудь еще взаимодействовать. Нет. Играем за Кайна. Асин! Вот он! Зараза. Окончи с ним, живее! Вэй, Виктас, страдание побежденным. Какая ирония, теперь страдать приходится мне. Не от чего-то столь прозаичного, как физическая боль, а скорее от жестокого удара бессильного гнева. Жажды отомщения. Мне было все равно, в раю я или в аду. Все, чего я хотел, уничтожить своих убийц. Иногда желания сбываются. Некромант Мартаниус предложил мне шанс отомстить, и подобно глупцу, я согласился, не задумавшись о цене. Ничто не дается даром, даже месть. Ты получишь кровь, которую так жаждешь. Я пробудился, ощущая боль нового существования в сырой утробе тьмы и разложения. Вот мы и очухались. Так. Я управление проверяю, пытаюсь... Так, это вся карта целиком. Это настройки. Выход? Да. Это у нас инвентарь. И самое, что интересное, на геймпаде у меня нету кнопки, которая позволяет вот в такое меню выйти. То есть вот как-то так вот. Странно, ну да ладно. Будем двигаться вперед. И осматривать все и вся. Заклинание убежища позволяет мне переместиться в мой склеп, где земля с моей могилы восстановит мои силы. Я часто пользуюсь им, когда слаб и нуждаюсь в отдыхе. Так, это я заклинание, да, выбрал? Вы желаете искать убежище в мавзолее Кайна? Нет. Ничего я искать не собираюсь. О! Горе побежденным, да? Знаменитый боевой клич Кайна. Класс. Желаете искать убежище? Так, а двойка-то я, по-моему, активирую магию, да? Таким способом.
Просто я там управление немножечко другое... О. По слухам, вырванный из груди величайшего вампира из когда-либо существовавших, Яноса Одрана, сердце тьмы восстанавливает не жизнь вампира. Жизнь бесценна, обнаружил Янос, когда его сердце, бьющееся и кровоточащее, вырывали из его груди. Ну ладно. Так, двойка магии, ага, единичка это я, да. И я могу вот это вот дело еще двигать. Это что такое? Ага. Короче, по принципу это нажать и... Этот древний сосуд содержит в себе поистине темный дар, ибо с ним моя жизненная сила возрастает. О, хлебнул. Вампиры здесь причем пьют кровь на расстоянии, вытягивая ее в виде струйки. Это и в Blood Omen 2, и в Soul River. Эти древние символы могущества содержат чистую магическую энергию, повышающую мою собственную способность призывать энергию для сотворения заклинаний. Нахлостались кровушки. И вот так вот. То есть надо подходить. Кнопки взаимодействовать как таковой нет. Хотя как бы есть кнопка действия. Ну-ка. Нет, тут нельзя посмотреть. Ну ладно. Это что? Подобрали сферу. Икс. В стенах этих палат я найду отдых. И если я так решу, смогу продолжить свой путь, когда усталость отступит. Сохранить игру? Да. Все. Ну, двигаем. Плюс мы еще здесь можем потом будем сможем менять внешность, да и т.п. и прочее. Так. Что у нас там по карте? На особо да, не разгуляешься. Мы вышли, посмотрели здесь, посмотрели там, остается только сюда идти. Ох ты ж как. Короче, двоечка это использовать. То, что выбрано. Ну ладно. Когда идет дождь, вампиру следует искать укрытие от его кислотного прикосновения. Да, вампиры здесь боятся солнца, воды. Вообще много чего боятся, но и плюс ко всему они очень могущественные здесь. То есть тут крайне интересный сеттинг. Только что-то у меня здоровье вроде как не особо уменьшается. Ух ты какой, а! О! Пару ударов и высасываем кровь. Ой-ой-ой-ой, мне надо это подобрать, как подобрать-то? Ох, зараза. Ну ладно. Что у нас там по карте? Ага, можем сохраниться, а это что? Бесплатный сосуд? С кровью. Так. От этих особо не повысасываешь крови. А, там всего одна атака нужна. Ух ты!
Блин, я вместо того, чтобы выпить, зарезал. Да как ж так, а? Двоих по одной цене, во! Чё ж ты копаешь-то? Тут копать-то уже нечего. И... Отлично. А это что? Чё мы тут можем посмотреть? Sanctuary. Убежище. Iron sword. Железный меч. Iron armor. Железный доспех. The heart of darkness. Сердце тьмы. По слухам, вырванное из груди величайшего вампира из когда-либо существовавших Януса Андрена, сердце тьмы восстанавливает не жизнь вампира. А, так тут можно еще и описание брать. Рожденный в адском пламени, выкованный магией некроманта, мой доспех непроницаем для огня и обеспечивает прочную защиту. Выкованный Сириоль, легендарными оружейниками Носгота, этот клинок сослужит мне добрую службу при жизни и после. Так, ладно. Пока все нормально идет. Мы тебя трогать не будем. Ой, а здесь я пройти-то не смогу. А нет, смогу. Че там по карте? Давай, 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 давай. Стоять! Ух, ничего себе, они еще и взрываются! Головоломка, что ли? Так, вот. Сорос! Гробовщик какой, а? Лопатой машет похлеще нашего этого. Кайна, эти любопытные устройства выбрасывают снаряды закрученной энергии и потрошат моих врагов людей, срывая изорванную плоть с окровавленных костей. Так, что-то тут теперь уже... Ну, я думаю, мы так не будем особо. Чё они стонут-то? Ну, красные и зеленые. Помогите мне, пожалуйста, сэр Кайн. Он же благородных кровей. Только, правда, он немного это... О. Отлично. Надо... Так... Вот, выберем так, а то ненароком используем сердце. Во. То есть всегда какой-то должен быть это... выбран. О, сюрикенов понасобирали. Ну-ка, а что будет, если этот сюда столкнуть? А, он не столкнется. Ну окей. Стоять! Стоять! Так, кто там у нас помощи просил? Сейчас мы, так сказать, это... окажем. А, обратно-то вернуться-то нельзя. Вот дела-то. Двигаем только вперед, да? Интересная штука. Какую-то картину подобрал. О.
Другое дело. Погнали. Он так забавно толкаетесь. Благородных кровей, мир переменился в моих глазах. Я не ожидал такой жестокости от света. Ибо в объятиях солнца мне не найти покоя, лишь злобу. Со временем это изменится к худшему, как и многое другое. Так, это все, конечно, классно, но я хочу вот здесь. А, здесь у нас сохранение. И больше ничего. Ну, окей. Будем осматриваться. Голод и слабость — не помеха зову мести. Я отыщу своих убийц и отправлю их туда, откуда вернулся сам. Ну, где вы? О! Защищайся, пес! Мы убили тебя один раз, сможем его второй! Что это за фокусы? Горе побежденным! Их ухмыляющиеся лица навек впечатались мне в память. Ради этого момента я обманул смерть. В моем мозгу была лишь одна мысль. Я буду убивать. Нет большего освобождения, чем от свершившейся мести. Со смертью моих убийц моя миссия подошла к концу. О, шарик. Тикс. Это еще не конец, Каин. Эти глупцы были лишь орудиями твоего убийства, но не причиной. Разыщи хозяев, разыщи колонны, и найди путь в крепость разума. Найдем. Именно здесь свершилось кровавое деяние, мое убийство. Я не буду добр к селянам, что прячутся здесь. Они отъедают мои стали, а я их крови. Так, селянин? Что-то он ходит туда-сюда, думал, какое дерево, что ли, срубить. Заплутал в двух соснах запутался, да? Буквально. Ну чё? Устроим резню? Ух ты! А вы не обнаглели ли? Обалдеть. Так, ты меня выгнал в тот раз. Варить я обойду еще. Просто устроим резню. О! Нормально так. Так еще и эти сшибаются. Ну-ка, пойду-ка я в баре погром устрою. Да вы что тут-то? Стоило мне зайти в дом, и вы снова появились. Ничего себе у вас это... демографический взрыв. Эти уже какие-то фантомные. Я как будто уже не в Bloodhaven, а в Soul River играю. Это призраки их. Мечами зарубили.
А ну-ка еще раз. Просто муж с женой что-то. Эти-то главное ничего, а те сагрились. А ну обалденно. Так. Кто здесь будет? Ну-ка, опа-на. Чё там, сколько я накопил-то этого добра? 5 штук? Ну нормально. Ничего, да? Пойдёт. Сюда я войти не могу, чё-то какое-то странное. А, нет, всё нормально. Показалось. Так, еще один засранец. Некромант не предупредил меня, что повлечет за собой мое воскрешение, однако должен признаться, что в своей спешке я не искал предупреждения. Был ли его дар проклятием? Я поищу ответа у колонны. Как будто руку на плечо положил. Ну окей, идем искать ответ у колонна. Колонны Носгота. Отличный бой, стоят мечом, машут. Ух ты какой! Ух ты какой! Мимо! Урон он, конечно, так себе наносит. Слабачок. Хотя это всего лишь люди. Вот это вот вообще метко бьет. Очень метко бьет. Так. Еще один. Ну, оригинальный актер озвучки, конечно, просто класснейший. Тут вообще озвучка просто огонь. Когда дневной свет прогоняет тьму, сила вампира увядает. И как же это проявляется? Во-во-во-во-во-во! Второй такой же! Появился. Колонны Носгота. Даже при жизни мало какой вид так трогал меня. Я дивился тому, что такая красота почтила собой наш мир. Вот мы и на месте. Напраптор, твое безумие разрушило наши мечты и ослепило тебя. Не приближайся, иначе я отправлю тебя обратно в преисподнюю, призрак. От меня не осталось ничего, чего можно бояться, вампира. Я лишь тень была из себя. Ариэль, равновесие круга 9. Но несмотря на это, я могу дать ответы, что тебе нужны. Мне нужна только лекарство. От смерти нет лекарства, лишь освобождение. Должен уничтожить колдовство. Колдовство, что ныне отравляет Носгот. Лишь тогда ты обретешь покой. 9 защитников надежды поклялись использовать свои силы, чтобы сберечь наш мир. Теперь на эти колонны пала порча от руки предателя. Когда этот зверь убил меня, это свело с ума моего возлюбленного Напраптора. Теперь он разносит несчастье и боль среди круга, подрывая само основание Носгота.
Ты должен восстановить равновесие. Ты должен очистить колонны Носгота. Меня не заботит судьба этого мира. Тогда озаботься о себе, Каин. Берегись неназываемого. Напраптор своим слепым актом отомщения угрожал уничтожить весь Носгород. Каждый член круга был связан с колонной, которой служил. Колонны отражали душевное состояние своих слуг, и пока разумы круга вырождались и все глубже впадали в безумие, колонны разрушались. Чтобы восстановить их, каждый член круга должен умереть, и артефакт, связывающий его с колонной, должен быть возвращен. Ариэль утверждала, что лишь когда все колонны будут восстановлены, мое проклятие будет снято. Итак, началась моя охота на Напраптора. Да. Колонна времени, защитник, направитель времени Мобиус. Колонна состояния, защитник, алхимик Аникрот. Колонна смерти, защитник, некромант Мартаниус. Колонна энергии, защитница, энергист Деджоуль. Колонна природы, защитник, друид Бэйн. Ха-ха-ха, тот самый походу. Я все думал. Каин, что у тебя сломается первым, да? Твой дух или твой хребет? Колонна конфликта, защитник Паладин Малек, который с треском просрал все. Колонна измерений, защитница граница Анред. Колонна разума, защитник, менталист Напраптор. Менталист, колонна разума и поехал крышей. Так, что у нас здесь? Ага. Ну, давайте исследуем, может быть, что-нибудь интересное найдем, мало ли. Ночь настает, а с ней сила вампира крепнет. Ну да, тут смена цикла. Очень классно. В обличии летучей мыши я могу с легкостью путешествовать на огромное расстояние. С высоты небес для меня нет запретных областей в Носготе. Эти маяки служат мне ориентирами во время полетов в облике летучей мыши. Однажды запомнив, где они находятся, я всегда могу к ним вернуться. Так. Ага. Колонны Носгота. Ну, куда-то летим, а? К седобородам. Очень интересная, очень атмосферная игра. Просто вообще. До каких-то сумасшедших показателей. До показателей Напраптора, видимо. Местный Шагарат, который двинулся по фазе. Снова здравствуйте. Колонны равновесия, некогда защищаемая Ариэль. Колонны сами выбирают себе защитников. Ну окей, так. Наступила ночь. И я теперь неудержимый. Ночь наступила, вон! Горе побежден. Да. Ну, можно туда, можно сюда. Ну, давайте глянем, что здесь.
Ух ты. Каин? Очень интересно. Так, ну, в общем, вот как-то так вот. Будем, скажем так, восстанавливать равновесие и правильный ход вещей в Носготе при помощи нашего главгероя и его способностей, и, может быть, даже каких-нибудь спутников. Ссылки на плейлист, группу ВК, Фейсбук, Твиттер, а также на другие крутые интересные прохождения, включая прохождение на вампирскую тематику и не только, снизу в описании под видео. Рекомендую к просмотру. С вами, как всегда, был Доцент. Пока-пока.